Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня я хочу поделиться с вами мультивалютным кошельком. Называется NVRX. Ну, как-то так. Значит, можно перевести это все, почитать. Токены, вопросы-ответы. Русского языка здесь, как мы видим, нет. Можно вступить в чат Telegram, я вот вступила, значит, так, и так вот он выглядит, и он раздает свои монеты, у них ICO, это уже сами все переведете, почитайте, есть дорожная карта у них, так, и можно вот Google Play на Android или куда там с телефона работать. Это все тут как бы можно прочесть. Значит, по поводу регистрации. Нажимаете Sign Up. Значит, что вы тут делаете? First name, last name, email, пароль, повтор, пароль. Две галочки. Нажимаете Sign Up. На почту, уже не помню, вроде должно прийти письмо. Подтвердить свой электронный адрес. Так, я же зарегистрирована, и я войду в свой кабинет. Нажимаю логин. Далее попадаете в свой кабинет, и вам здесь вот сразу вот начислено 5 вот этих монет, так? И ежедневно мы сюда заходим, и нам начисляют монетки на вывод уже. Я регистрировалась здесь позавчера. Вчера я зашла. Мне 2 цента. Сегодня уже 4 цента. Вот. Так, секундочку, моя реклама. Так, давайте я переведу на русский язык. Значит, что они тут нам предлагают? Спасибо за ваш интерес к нашей ICO. Ну, можно тут они предлагают вкладывать. Далее вы можете получить быстрый ответ на любые вопросы и пообщаться с проектом в Телеграме. Так, и что? Так, дата начала 15 апреля и конец до 14 июня. Так что это все можно еще тут поработать. Так, минимальный вывод отсюда $10. Вот когда вот на этом балансе у меня будет $10, я смогу вывести эти денежки. Ну, здесь кукс, это я тут ничего не делала. Так, приложение кукс. Ну, это типа нужно делать верификацию. Ну, я ничего. Здесь купить токены. Я не покупала, как бы, ничего. И не собираюсь покупать. Здесь обмен. Можно менять. Так, обмен токеном возможен только в воскресенье. Но все остальные дни на все обмен закрыт. Только по воскресеньям. Значит, диаграмма. Тут у них. Сейчас страничка. Вот. Как бы рост. Вывод. Значит, и здесь платежная система. Биткоин, эфир, лайткоин, биткоин. Я не знаю, но есть пэйр. Значит, и вот минимальная сумма снятия составляет $10 США. Так. Сюда вставляем сумму, когда будет что выводить. Значит, здесь у нас партнерская программа. Находится партнерская ссылочка. Можно приглашать. Ну и учетная запись у них. Как бы. Так. Подтвердите ваш электронный адрес. Ух ты. Дайте-ка я нажму. Так. Успешно. Проверьте свою электронную почту. Давайте-ка проверим. Значит, так, так.
это не то оповещение. Так, это соцсети. Должно прийти письмо. Мы удалим. Что-то письма нету. Ну ладно, может позже. А, заполните, если вы не получили письмо, заполните эту форму. Мы постараемся вам помочь. Что за форма, давайте. Ага, электронный адрес. Сейчас пишем. Отправить форму. В течение 24 часов придет, так? Значит, смотрите. Так, отправляйте, тут уже получить монетку. Так. Перевести на русский. Вы получили один токен. Ну-ка. Где? А, вот, 6 стало долларов. Смотрите-ка. О, как. Значит, заходите и получаете одну монетку ежедневно. Так. И уже будет больше, как бы, доход. Значит, безопасность есть. Можно двухфакторную аутентификатор этот включить. Далее здесь изменить пароль. И журнал активности. Вот я тут, как бы, захожу 25-е, 26-е. 24-го, значит, я зарегистрировалась только. Вот такой вот мультивалютный кошелек, конечно. Угу. А я вот и не посмотрела, видите, как невнимательно. Вот, значит, нажимаете учетную запись и получаете ежедневно бонус. Вот. Ну и письмо должно прийти, буду ждать. А может, я как бы подтверждала письмо по электронной почте при регистрации. Может, это уже и не надо делать. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, пользуйтесь. Как будет 10 долларов, конечно, это можно будет выводить. И, ну, естественно, будем пробовать выводить. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч.